Итак, начнем собирать пасхальные яйца. Первое пасхальное яичко будет из трех цветов. Я взяла оранжевый, голубой и белый. Начнем с голубого цвета. Два первых ряда будет у нас по 8 модулей. Два первых ряда по 8 модулей. Третий ряд будет у нас таким, значит, тоже 8 модулей, но чередуем модули, цвет чередуем, значит, голубенький цвет, оранжевый, ну и так далее, голубой, оранжевый, тоже 8 модулей. В четвертом ряду нам нужно будет увеличить наши модули до 16 штук, тоже чередуя. Значит, на один модуль нам нужно одеть 2 голубеньких кармашком, одним кармашком вовнутрь. Вот. 2 голубеньких мы одели на 2 кончика от разных модулей, 2 голубеньких, 2 оранжевых, одним кармашком вовнутрь, 2 оранжевых модуля, опять 2 голубых модуля. Тем самым мы увеличили модуль до 16 штук. Пятый и шестой ряды продолжаем чередование по цвету, как показано на видео. Вновь наращиваем модули в каждом промежутке по 2 модуля, надевая их одним кармашком. Вот, как это было раньше, мы 2 модуля наращивали, а теперь нам нужно надевать по 4 модуля. То есть 4 оранжевых, 4 синеньких, 4 оранжевых, 4 синеньких. Наращиваем в каждом промежутке по 2 модуля. Одним кармашком надеваем 2, 3, 4 модуля, 4 оранжевых, 4 голубых. И так у нас здесь получается 32 модуля. Мы увеличили нашу поделку. 32 модуля. Восьмой ряд также чередование модулей по 4.
чередуем модули в восьмом ряду. 4 оранжевых, 4 голубых. Нужно будет ее немножко выгнуть, форму яичка, и продолжать. С 9 ряда у нас начнется буквы, начнутся ХВ, Христос воскрес. Надеваем 4 белых модуля, начиная с середины голубых наших модулей, серединки, на 2 краешка. Надеваем 4 модуля. Дальше идет 1 оранжевый, 2 белых, 2 голубеньких. И 2 белых опять. А дальше продолжаем так же, как по рисунку все продолжаем. Оранжевые. We'll be right back.
Итак, я закончила собирать яичко. Получилось вот такое яйцо. Теперь я буду собирать подставку под это яичко. Схема сборки яйца и подставки будет в описании под видео. Итак, поехали подставочку собирать. Значит, для подставки собираем два ряда. Значит, два ряда у нас будет по 18 модулей. Во втором ряду мы добавляем оранжевые модули. Через два белых модуля добавляем один оранжевый во втором ряду. Третий ряд будет у нас таким. На один оранжевый модуль надеваем по краям два модуля, таким вот образом, как показано на видео. Дальше белый, опять два оранжевых и так далее. Пятый ряд у нас будет таким. Значит, два оранжевых модуля мы надеваем таким образом. Раз, два, на белый. Вот. Дальше у нас пойдет синий модуль. И
так далее. 2 оранжевых, 2, 1 синий. 2 оранжевых, 1 синий. Четыре ряда готово. Пятый ряд мы собираем таким образом. На 2 оранжевых надеваем оранжевый 1 модуль. Дальше пойдет у нас 2 синих, 1 оранжевый, 2 синих, 1 оранжевый. Это пятый ряд. Шестой ряд у нас будет таким. На 2 синих, да, на 2 синеньких мы надеваем 1 беленький. Дальше 2 оранжевых. Ой, нет, 2 синих. Белый, 2 синих. Опять белый, 2 синих. Итак, шестой ряд весь будет таким. 1 белый, 2 синеньких. Немножко вывернем поделку. Вот таким вот образом. Следующий ряд. На белые. Мы надеваем 2 белых на белый модуль. Вот таким образом надеваем 2 белых модуля. Следующий будет синий модуль. И так по кругу. 2 белых, 1 синий. 2 белых, 1 синий. Это уже седьмой ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, это седьмой ряд. Следующий ряд у нас будет, надеваем между беленькой и синенькой одну беленькую, один белый модуль, делаем как бы зубчики, здесь белый модуль, так, здесь белый модуль. На все синие модули надеваем по белому модулю. Вот таким образом. Тут мы закрыли синий модуль. Здесь тоже. Здесь ничего, мы пропускаем. Получится как зубчики. Ой, так, ну что ли, вот. Здесь опять ничего не надеваем. Дальше только на синие краешки модуля надеваем белый модуль. Захватывая белый следующий тоже. Так. Должна получиться вот такая вот верхняя часть подставки. Это у нас. Это верхняя часть подставки. Сюда будет ставиться само яичко. Сейчас будем делать нижнюю часть подставочки. Мы ее делаем так же. Вот, я собрала верхнюю часть и нижнюю я собрала по такой же схеме, как и верхнюю часть. Но нижняя часть у нас немножко более плоская, чем верхняя. Такая же схемка, такой же узор абсолютно, как и в верхней части.
Теперь нам нужно будет среднюю часть собрать. Значит, средняя часть собирается из двух цветов, из наших основных цветов, как в яйце. Вот у нас тут оранжевый и голубой цвет. Значит, три ряда по 12 модулей. Чередуем цвета. Просто чередуем цвета по 12 модулей. В каждом ряду по 12 модулей. Сжимаем вершинки модулей, как бы выворачиваем эти модули таким вот образом. Вот, выворачиваем модули. Дальше нам нужно нарастить эту поделку 5-7 рядов, также чередуя наши модули. Итак, у меня получилась вот такая средняя часть. Не хватило немножко оранжевых. Ну ничего, я добавила белых немного. Ничего страшного. Теперь нам эти три части нужно склеить. Клеем. Таким вот образом все это должно склеиться. Вот, я склеила поделку. Подставочку склеила. Сюда поставим яичко. Получается вот такая вот красота. Понравилось видео? Ставь класс, пиши комментарии. Всем пока!